Неотъемлемой частью работы судебных приставов является профилактика задолженностей по оплате штрафов. Приставы несколько раз в год совместно с сотрудниками полиции выезжают на рейды с целью принуждения к оплате административного штрафа. К сожалению, в последнее время участились случаи, когда население игнорирует те штрафы, которые присылают людям государственные инстанции за то или иное нарушение. Чтобы административные штрафы не поступали в службу судебных приставов и граждане не подвергались столь неприятным мерам принудительного взыскания, следует помнить, что по законодательству предусмотрен 10-дневный срок обжалования. Информацию о штрафах можно узнать на официальном сайте УФССП или через мобильное приложение ФССП. А тех, кто игнорирует оплату штрафа вовремя, ждет визит судебных приставов. Рейды – одна из форм принудительного взыскания долга, которые отдел судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому району проводит регулярно с сотрудниками ОВД. Цель рейда – значит, понудить должника оплатить административные штрафы, наложенные судом, ОВД и иными уполномоченными органами. В случае отказа или отсутствия денежных средств может быть произведен арест имущества, его реализация, погашение штрафа за счет вырученных средств. 14 ноября на территории города Рассказово был проведен один из таких рейдов. По указанному должниками месту жительства сотрудники УФССП и полиция проехали и осведомили должников о необходимости оплаты имеющихся штрафов. Кто-то не очень охотно шел на контакт, а кого-то и вовсе не оказалось дома, но эти факторы не уберегут должников от уплаты штрафа. Владимир Иванов, Михаил Брыксин, новости ТВ Рассказово.